Новую акжаикскую породу лошадей планируют вывести в Казахстане. Сейчас селекционерами ведется работа в этом направлении. Ученые занимаются скрещиванием казахской жабы и мугалжарской. Ожидается, что скакуны будут отличаться выносливостью и продуктивностью, не уступающую зарубежным племенным жеребцам. Мы занимаемся выведением нового типа путем скрещивания казахской породы с мугалжарской. Отбираем лучший заводской материал. Наша задача – выведение новой породы с наилучшими показателями. Еще одно наше направление – получение верховой лошади от казахской породы и английской скаковой. Это работа не одного-двух лет. Нужно время. Всего же в этом хозяйстве около 3000 голов лошадей. Основной костяк – кобылы казахской породы жабы. Они считаются неприхотливыми и пригодны для верховой езды. Однако разводят их в основном для производства мяса и молока. Мугалжарскую отличает плодовитость, высокая продуктивность и выносливость. Новый акжаикский тип возьмет от этих породных генотипов самое лучшее, говорят селекционеры. Для того, чтобы получить эту породу, мы сперва жабе скрещивали кушумские породы, потом мы его усилили, иммунитет, предпоставительные качества покрыли мугалжарские породы. И все вот эти породы, они считаются местными породами. Целый год они адаптированы на пастбищном пространстве. Увеличивая живая масса, промеры, мы увеличим продукты. Мы одновременно сохраняем приспособительные качества в пастбищном пространстве этих животных. Селекционер считает, что создание новой мясо-молочной породы – еще один шаг к производству экологически чистой продукции с огромной питательной ценностью.